Вечерочек, ты на канале Ганте Геймс, где мы с тобой играем в разные игры, и мы продолжаем играть в Джокер Шоу. Но прежде чем начнем, хочу сообщить, что у меня появился сервер Discord, где мы с тобой можем обсуждать Honkai Star Rail, хорроры и много чего еще. Жду тебя там, ссылочка в описании. Давай, я предлагаю пройти на нормальной сложности, попробуем. И там пройдем, не пройдем. Я сразу этот момент пропущу, чтоб мы время особо не теряли. Так, смотри, мы начинаем. Я, наверное, буду действовать по такой же тактике, которая у нас была в тот раз. Все будем складировать прямо в центре, чтобы не потерять. Но оно в целом нам и не нужно. То есть дневник, нужно найти какую-то страницу и, по идее, с дневником соединить. Возможно, страница где-то лежит. Возможно, этой концовки просто еще нету. То есть... соседям, чтобы вызвали полицию. Блин, камушек не взял. Возможно, концовок просто нет еще адекватных. Может, они есть. Ну, пока мне не попалось ничего такого, чтоб я должен был взять. Блядь, опять камушек потерял. Так, ну он теперь за нами будет бегать. Вы где? Бляха-муха. Так, от него надо убежать. Вот так. А давай обойдем. Вот отсюда буду на него смотреть. А, он уходит, смотри. Он уходит. Сейчас будем прям по мощной тактике играть. По мощной тактике. Будем следить за ним. Так, он ушел. Супер. Он ушел. Блять. Тут надо окно разбить. Ах ты. Оп. Разбил, разбил. Супер. Так, бежим от него. Он обходит. Отлично. Беру камушек. Сейчас срочно, срочно, быстро сбиваю дощечечку. Блять. Я ее сбил. Я ее сбил. Возьму камушек. На всякий случай. На всякий пожарный. Беру. Ну, да, я тебе так скажу, что с ним прям напряженно играть. Очень напряженно играть. А, вот так. Прыг, скок. Опа, я тут. Теперь у нас есть доска. Это очень хорошо, что у нас есть доска. А, вот так я выбираюсь. Я беру доску. Я ее не сбил? Я же слышал, что я ее сбил. Как так? Она была сбита. А где он? Где он? Ой, у меня тоже вопрос. Где ты? Где ты? Вот он. Блять, он меня увидел. Как ты меня увидел? Я ж тут прячусь за деревяшками. Идет? Идет. Ладно, давай попытка вторая. Он точно не развернется. Я же попал. Вот, теперь точно сбил. Теперь точно сбил. Брось, брось. Отлично. Сейчас все будет. Теперь он нас не увидит. Мы пробрались. Отлично. Схема вообще отличная. Так, доска нам нужна будет два раза. Хорошо. Где он лазит? А, тут еще такая тактика. Смотри, берем вот это, вот это. Тут что-то есть, тут что-то есть. Ничего нигде нету. Но я дверь вот эту открывать не буду. Чтоб она нам еще пригодилась. Ага, идем сюда. Где он? Он где-то справа. Блять. Ты не тут должен быть. Проходи. Проходи. Ага, сейчас обойдем. Возьмем камушек. Вазы тут нету?
Вазы нет. Ничего здесь нет. Куда он пошел? Ага. Опа, он меня не увидел. Он меня не увидел. Ушел. Он куда-то ушел. Скорее всего, в сторону. Значит, мы пробрались сюда. И смотри, я не буду открывать. Получается, я смогу так выйти? Что это за шум? Он же попытается зайти в первую очередь. Хочешь меня обкидать? Ага. Уже получается. Уже получается. Как видишь. Нет! Нет, 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 нет. Ебучий. Капкан. Ну хорошо, что нам... Хорошо, что он нам оставляет. Замок сломан. А, ну я понял, что это за место. Что это за шум? Еще камушек. Хочешь меня обидеть? С какой стороны ты идешь? Иди туда. Он, блядь, услышал? Блядь, услышал. Он услышал. Я это понял. Взял нож. Взял нож. Все, срочно. Срочно в безопасное место. Где наше безопасное место? Ладно, безопасного места нигде нет. Нож поточили. Отрезали. А, вантус не нужен. Взяли ведро. Нужно найти ключ, чтобы открыть ворота. А, отчерпывай. Поймал. Есть. Теперь нам нужна доска, чтобы мы пробрались наверх. Наверх. Воду мы открыли. Опа. Сука. Ведро надо было сбросить. Ведро надо было сбросить. Ладно. Так, нож у нас есть. Как же он мне не нравится. Как же он мне не нравится. Ты бы знал, как он напрягает. Он очень сильно напрягает. Так, тут что-то есть? Нет. Тут есть? Нет. Все закрыто. Закрыто. Я тут бегаю. Я там, где и всегда. Тут тоже ничего нету. Так, надо наверх. Надо ключ. Ага, нам в подвал. Нам нужно в подвал. Есть кукла. Блять. Ведро больше не нужно. Взял. Оп. Так, идем куклу сжигать. Нож нам вроде больше тоже не нужен. Давай поиграем. Так. Вот туда иди. Блядь, с какой стороны он придет? В душе не ебу. Сгори, кукла, блядь, сгори. В огне. Быстрее. Взял. Есть. Блядь, нет, нет, нет. Нет, 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 нет. Ты как тут сразу оказался? Я почти прошел. Я почти прошел. Беру камушек. Где камушек? Тут нет камушка. Так, открываем. Ага, ну еще ни одного ключа не нашли. Мне нужны ключи. Надо еще вспомнить, где лежали ключи. Блять. Ну, твою мать, ну... Сука. Открыл. Есть. Открыл. Я тут. Я тут. Я тут. Я тут.
Лопата. Иди нахуй. Опа, гвоздодер. Блять, нож. Иди нахуй. Он где? Он тут стоит. Стой тут, стой тут. Молодец. Он исчез, он исчез. Блять, как мне наверх пробраться? Как мне наверх пробраться? Как забраться наверх? И где найти еще лопату? Я ее тут вообще не вижу. Моя да как? Нога. Давай, я жму. Он... Сколько мне нужно нажимать? Все, пиздец. Это нереально. Это, ну, это глупо. Ну, это просто максимально несерьезно. Вот, что с мячиком случится? Ничего. Бля, ты попадешь? Ты попадешь? И все, да? То есть я так могу ломать его капканы. Окей, вещь нужная. Если еще попадать. Хорошо, что он сзади просто не появляется. Я уже тут тысячу раз бы обосрался. А, вон он идет. Он идет. Куда он идет? Он пошел в обход. Нет, он сейчас сюда придет. Нет, пошел в дом. Блять, а где же ключи у тебя все лежали? Скажи, пожалуйста. Так, нам получается гвоздодер пригодится, рукоятка пригодится. Ну, рукоятку предлагаю оставить тут. Блять. Успел. Успел, успел, успел. Успел. Отъявись от меня, я успел. Блять, где же мне искать все эти штуки? Все ключи. Ни одного же, блять, ключа нигде нет. Тут нет. Тут нет. У меня нету в комнате. Охуенно, охуенно, блять. Прячься. Это сработает? Блять, походу работает. Прикинь? Прикинь, работает. Но где мне взять теперь ключ? Не, ну тогда смотри, мы нашли же ключи, правильно? Мы находили ключи в разных местах. Сейчас вот где его искать? Может быть, вот здесь? Нету здесь. Здесь тоже нигде нету ключа. И здесь нет ключа. Может быть, что-то еще здесь есть? Ну, вряд ли там что-то есть, я не вижу. А где же может быть еще один ключ? Мне хотя бы один нужен ключ, чтобы я поднялся наверх. Но ни одного ключа нет. Все, это неудачный заход. Нет, я больше играть в нее не хочу. Может быть, здесь где-то ключ. Надо просто внимательнее посмотреть. А, ты вот он. Скажи мне, где ключи лежат? Где лежат ключи? Я просто дом, ну, вроде весь обыскал. Здесь нет. Ага. Вот мы и встретились с тобой. Наверх нет смысла идти. Опа. Ну, дверь заперта на ключ. Это ж охуеть. Хочешь от меня сбежать? Блять, встретились опять. Рифмами говорю я. Что за подвисания начались? Может быть, тут что-то есть? Рано или поздно все равно ничего нету.
Нет, ну это все. Успел! Я успел! Я успел! И он снова бросил. И он следующий бросил. Так, где же может быть черенок от лопаты? Я помню, что он может быть вот здесь. Но здесь нету нигде. Да, хотя бы выкопать. Там будет ключ, скорее всего. Но сейчас тут вообще ничего нету. Абсолютно ничего. Подскажи мне. Подскажи мне, где ключи? Вот ты. Вот он идет за мной, он тут где-то бросил его. Я не вижу где. Но сейчас увидим. Сейчас как встану, да как увидим. А, вон там он его бросил. Блять. Не пойму. Отвечай, где ты его бросил? А ну отвечай. Говори, блять. Зараза. Да я тут, я тут. Он просто хер положил на меня такой. Да и не хочу я тебя знать. О! Класс. Ой, а ты тут? Где же могут быть ключи? Так, он у меня тут стоит. Я думаю, может где-то все-таки есть ваза. Я тут, ага. Может где-то все-таки на столе может стоит ваза. Блять, вот ваза. Вот ваза. Охуеть. Дверной ключ. С какой ты стороны придешь? Вот он. Так, тихо. Он пошел туда. Значит, у нас есть время обойти. Подняться наверх. Блядь. Не ори, он сейчас придет. Сколько мне нажимать на нее нужно? Ага, он наверху. Ой-ой, он там, короче. Не подходит. Открыл, открыл. Есть, закрыл. Тут ничего нету. Ноль, семь, семь, три, четыре. Открыть. Блять, нужно было нажать открыть. Представляешь? Нужно было нажать открыть. Где он ходит? Если ты его видишь, ты мне скажи. Мне это пригодится. Я никуда не пойду, пока я его не увижу. Это же ведь подстава. Он может быть прям за дверью. Вот он внизу лазит, я его увидел. Ага, у нас, значит, есть отлично много времени. Есть. Открыл. Открыл. Ну, пароль мы уже знаем, а я его не помню. Тоже неплохо. Тут ничего нету. Тут ничего нету. Карта. Она не поменяется, я больше чем уверен. Так, нету. Нету, нету. Нету, нету, нету. Сюда. Получается, проходим. Идем сюда. Ну, его вообще не заманивает тот факт, что я тут доски ломаю все. Нет, не так далеко. Блять, вернись, доска, пожалуйста. Взял. Он меня не спалил. Он вообще не увидел меня. Иди сюда. Он увидел меня. Он увидел меня. Так, обходим все капканы. А, он открыл дверь? А ты не... Охренел, друг мой любезный. Потому что я считаю, что он охренел. Как вот он дверь открыл? Я ее специально от таких, как он, закрывал. Блядь, ты издеваешься?
Вот мне он теперь нужно. Где ты? О, вот он ты. Хорошо. Я тебя увидел. Я его увидел. Хорошо. Иду сюда. Иду наверх. Закрываю. Путаем следы. Он не поймет, в какую дверь я зашел. Отлично получается. Мы с тобой профи. Мы с тобой профи в этой игре. Круче нас. Никто не пройдет ее. Хочешь меня обхитрить? Вот так. Есть. А, мне нужна доска. Он нас не видит. Эй! Тебе не сбежать. Не увидел. Он такой глупый, конечно. А это за шум? Ага. Карту сбросить вообще. Пусть летит вниз. Он сюда не зайдет? Я надеюсь на это. Да, это же кабинет. Нет, он сюда не должен зайти. Тут закрыто изнутри. Блять, мне отмычка нужна. Сука, а где ж мне отмычку искать? А, мы же пароль не ввели. Я же могу отсюда выйти. Тогда вопрос другой. Вот это я вообще зря сейчас сделал. Ага, он наверху. Ой, внизу, это я наверху. Часы встали. Но мне нужен бинокль. А с биноклем мне нужно туда посмотреть. Блядь, ну смотри, я играю честно, я просто не запомнил. А, нет, я тут открыл. Я думал, что мог не открыть это место. Но я открыл. О. Подожди. И где он ходит? Прячься, прячься. Рано или поздно все равно поймаю. Где-то он внизу, наверное. А где же нам отмычку-то найти? А я чемодан-то свой открыл? О, сука. Блять, проебал. Ты ж посмотри. Все, я прячусь за дверью. Я потерял мяч. Ты представляешь, насколько это глупо? Что я потерял мяч? Я сижу. Есть тут такие места, чтобы от него прятаться, ну окей. Ох ты же, блять, я жду. Бля, я думал, он ушел. Так. Мне нужен нож. Подожди, может, он мне не нужен? Надо проверить. Открывали. Блядь, тогда где ж мне искать отмычку? Нужна отмычка. Мне нужен еще бинокль. Чтоб я увидел пароль. Я не знаю, где мне искать бинокль. Его что-то нигде нету. Может, он вдруг появится? Нет. Не появится. Где ты? Выходи. Это разбитая ваза. Где ты? Вот он. Вот он. Блять, нет. Мне кажется, мы не пройдем. Что-то все сложнее и сложнее искать. Почему на нормальном уровне так сложно все найти? А на практике так все легко. Это ж невыносимо. Блять. А не нажимается. Ну иди сюда. Я не могу нажать. Я не могу нажать. Все, он не работает. Иди ко мне. Нет, я хочу выбрать свою ногу из капкана. Я не присесть не могу, ничего.
Это попался. Я. Куда я денусь? Ну смотри. Я вообще сейчас не представляю, где может находиться. Где может нах... Может тут где-нибудь все-таки. Где может находиться отмычка? У меня нет никаких идей абсолютно. Потому что я вроде бы посмотрел все, что только можно на посмотреть. Это просто, чтобы конкретно прям все понимать, это нужно прям сильно задротить. Чтобы все сообразить. Просто смотри, тут мы обыскали все. Так, вон он вышел. В моей комнате обыскали все. В кухне обыскали все. В кухне обыскали все. В зале, где камин, обыскали все. В моей комнате обыскали все. В ванне обыскали все. На втором этаже. В комнате, которая... с паролем. Мы обыскали все. Вот это как раз комната с паролем. Там тупик. Комната с часами... Мы обыскали все. Может быть, что-то в той ванне лежит. Выходи, давай поиграй. Может быть, что-то в ванне в той лежит все-таки. Действительно. Наверху. Блять, куда же ты столько раскидываешь вещей? Вот это подставной. О! Вот это максимально подставной. Вот здесь, может, что-то все-таки было. Да нет тут ничего. Он там шароебится. Ну и ходи. Блять, что ж там написано? Я забыл, блять. 5-3-7. Не угадал. Он все еще там ходит? Он все еще ходит там. Часы встали. 112. Вряд ли. Нет. Это не для того. Это все не для того. Блять, дайте бинокль. Ну что так, так жалко. Блять, лопата. Давай искать его. Где мой черенок? А, давай лучше обойдем вот так. Чтобы это было более безопасно. Просто смотри, ну это тупость. Вот он сюда пришел. Все, ты от него не убежишь. Куда? Не поставишь доску, чтобы по ней пробежать и перепрыгнуть через забор. Вот тут спрятаться, окей. Но он закрыл дверь и остался здесь. То есть это тоже не вариант. Где он лазит? Блять. Ладно, я его нашел, но это посрать. Главное, что мы узнали, где он. Теперь я беру вот это. Соединяю. У нас есть лопата. Он далеко. Копаю. Бинокль, супер. Лопату бросай. Бинокль взяли. Теперь нам нужно наверх. Где он? Ага, теперь нам нужно наверх. Нужно наверх. Как бы эти капканы-то его обойти? Когда он за нами бегает, это вообще опасная вещь. Я просто тупо не успею на них нажать. Но мне нужно на самый верх. Нужно на самый верх. Искупаться. С ним. Блять. Мой. Как-то лучше. Иду смотреть. 6-7-1. 6-7-1. Открыл. Отмычка. Есть. Закрыл. Отмычка, открыл. Ключ. А, нет! Нет, блядь! Нет! Что это за шум? Блядь! Нет! Это выход! Это был выход! Мразь! Поторопился я. Поторопился. Это было, видишь, к победе шли. Ах, сука, считай, что прошли. Считай, что прошли. Я считаю, что...
прошли. Я не вижу смысла просто снова бегать. Ну, все-таки получилось. Ну, блять, я не сделал одно действие. Не открыл. То есть нужно было сбежать, выпрыгнуть, но, бля, вообще запаниковал жестко. Не думал, что он так близко будет. Обидно. Обидно, но мы ее проходили. Мы уже поняли, что одного действия всего лишь не хватило, поэтому нормально. Все, это я сам себя уже успокаиваю. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Подписывайся на канал, оставляй лайк и комментарий, делись этим видео с друзьями, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Скоро увидимся. Всего доброго.